Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстров, владелец сайта поиск-быстро.ру. Из этого короткого ролика вы узнаете, как можно быстро подобрать имя для аккаунта. Это возникает тогда, когда вы создаете аккаунт в Google, пробуете различные имена, но оказывается, что они уже заняты. Насколько актуальна эта тема, вы видите на экране. Очень много советов, статей и так далее. Я рекомендую использовать сервис namecheck.com. Для этого заходите на сайт namecheck.com. И вот сейчас я продемонстрирую на примере название аккаунта «Поиск быстро». Вводим в поисковую строку, нажимаем кнопочку «Посмотреть все 28» и видим, какие аккаунты заняты. YouTube, Facebook, Twitter, Google+, и так далее. Попробуем подобрать имя для нового аккаунта. Вводим в окошечко предполагаемое название аккаунта и нажимаем кнопочку «Посмотреть». Оказывается, что аккаунт Security777 в Твиттере уже занят. В Инстаграме тоже занят. И в других социальных сетях тоже занят. Поэтому этот вариант мне не подходит. Я пробую другой вариант. Переставляю местами слова и цифры. Ставлю 777 впереди. 777 Security. Нажимаю кнопочку «Посмотреть все». Оказывается, что на YouTube такой аккаунт уже есть. Какой-то человек по имени Игорь Игорян уже создал аккаунт на YouTube. Для того, чтобы обойти эту хитрость, для того, чтобы обойти это препятствие, используем небольшую хитрость. Ставим между цифрами 777 и словом security точку и нажимаем «Посмотреть все». Оказывается, что для такого наименования все аккаунты свободны. Итак, за очень короткое время вы научились подбирать подходящее имя для аккаунта в Google.